Можем с вами продолжать изучать Писание, и у нас времени не так много остается, но мне бы хотелось, чтобы мы все-таки открыли Писание, открыли Библию и посмотрели на те уроки, на ту мудрость, которую Бог открывает нам. Вы знаете, когда начиналось собрание, мы с вами пели один из любимых псалмов, который мне нравится, я его пою всегда. Это псалом молитва «Ближе Господь к тебе». «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе». Знаете, один мой друг рассказывал такую историю о том, что есть в океане рыбы, которые называются рыба прилипала. Что она делает? Она прилипляется к большой рыбине, потому что сама она не в состоянии плавать на дальние расстояния. Сама она не в состоянии добывать себе хорошую, качественную, так скажем, еду. Но тогда, когда она прилипается к большим рыбам, к акулам или еще каким-то таким хищным рыбам, то она бывает там, где сама никогда бы туда не попала. И питается той едой, которая ей достается от вот этих вот больших рыб. Рыба прилипала. И вот если посмотреть на нашу с вами жизнь, мы как должны быть как вот эта рыбка, которая прилепилась к нашему Господу. Мы сами не в состоянии найти себе еду, мы сами не в состоянии быть там, куда Бог нас ведет, но когда мы прилепляемся к Нему, когда мы идем за Ним, когда мы вместе с Ним, когда мы ближе к Нему, то Бог посылает нам огромное счастье в нашей жизни. Бог дает нам благословение,
Бог использует нас. И вы знаете, на самом деле, многие из нас могут засвидетельствовать и сказать о том, что когда Бог использует тебя лично, то, наверное, в этот момент ты переживаешь самое большое благословение и самое большое счастье в жизни. Когда Бог тебя, простого человека, берет и через тебя что-то делает. Может быть, Он ободряет через тебя, может быть, Он проповедует через тебя, может быть, Он творит что-то через тебя. Однажды рассказывают такую историю, что пожилой мужчина уже в годах попадает в команду молодых дровосеков. Вероятно, это было годы заключения, тюрьма. И вот эти молодые ребята, которые работают на этом лесоповале, они подсмеиваются над этим старичком, говорят: слушай, ну что тебя сюда прислали, ты же норму сделать не сможешь, ты будешь для нас обузой, нам придется за тебя еще и целую деляну леса рубить и так далее. Мужчина ничего особо не говорил, и в конце рабочего дня случилось следующее. Оказалось, что этот пожилой мужчина сделал свою норму и еще больше, чем все остальные. Они подходят к нему и говорят: слушай, ну как так получается? Мы гораздо моложе, мы гораздо сильнее тебя. Мы видели, что ты периодически останавливаешься, садишься там на пенек, отдыхаешь. Мы же при этом работаем, и ты больше сделал. Он говорит: ребят, ну все очень просто. Нужно просто иногда останавливаться, чтобы топор подточить. Царь Соломон говорит в притчах: если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Екклесиаст, 10 глава, 10 стих. Мудрость умеет это исправить. Вы знаете, мы сегодня будем говорить о мудрости. Мы посмотрим, кто является источником мудрости. Мы посмотрим, как Бог великий, любящий Бог может наделять мудростью таких простых людей, как мы с вами. Недавно мы собирались с братьями, мы говорили о жизни, о церкви, о всем том, что происходит. И вот, знаете, вот как с этой историей, с этим пожилым мужчиной, нам иногда нужно остановиться для того, чтобы наточить топор. Нам нужно иногда остановиться для того, чтобы попросить у Бога мудрости и сказать: Господи, помоги нам. И вы помните эту ситуацию? Я думаю, что если я задам вам вопрос, то каждый из вас ответит так, как ответил Соломон в свое время. И однажды Бог явился Соломону и сказал ему: проси, что хочешь. Помните, да, такую историю? Вот если бы в вашу жизнь, в ваших обстоятельствах, в том, что сейчас происходит в вашей жизни, может быть, кто-то из вас на новой работе, может быть, кто-то потерял работу, может быть, кому-то предстоит какое-то трудное испытание впереди, может быть, у кого-то жена беременная, может быть, наоборот, у кого-то не хочет быть беременной, может быть, еще что-то, другие разные обстоятельства. И вот если бы Бог в эту минуту, в которой вы сейчас находитесь, в этих обстоятельствах, пришел к вам и сказал: проси, что хочешь, что бы мы попросили? Притча, 4 глава, 7 стих говорит: главная мудрость, приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Приобретай мудрость, всем имением твоим приобретай разум. Соломон призывает нас к тому, чтобы мы активно старались искать мудрость. Дальше в притче 8 главе 11 стих он говорит: потому что мудрость лучше жемчуга, и ничего из желаемого не сравнится с нею. Ничего из желаемого на этой земле не сравнится с мудростью. Кто-то желает дом получше, кто-то желает еще что-то, жену покрасивей, кто-то другие вещи или обстоятельства. Но Бог говорит и учит нас, и говорит, что ничто не сравнится с мудростью, ничто из желаемого.
Далее, 16 глава, 16 стих. «Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра». Приобретение мудрости гораздо лучше золота. Как вы думаете, чем отличается мудрость от знаний? Мудрость подразумевает знания определенные. Но человек, обладающий знаниями, не всегда мудрый, правильно? Есть много людей, которые очень хорошо образованы, но при этом могут совершать очень много глупых поступков. И самый первый глупый поступок – это когда отвергают Бога. Когда высокообразованные люди, но при этом неверующие. Кто-то сказал опыт. Есть много людей, которые имеют хороший, прекрасный опыт. Но опыт, наличие опыта не всегда гарантирует наличие мудрости у человека. Потому что очень часто человек, который имеет хороший опыт, он полагается на свой опыт и делает кучу много разных ошибок, которые ведут его к падению. Мудрость – это что-то большее. Это тогда, когда человек понимает, как ему поступать в той или иной, в тех или иных обстоятельствах. Мудрость – это тогда, когда человек не просто знает, но он умеет, как написано, отличать добро от зла. Да? И когда мудрость, она напрямую связана с решениями и действиями, которые мы совершаем. Есть много людей, которые знают, как поступать. Они имеют знания. Есть много людей, христиан, которые знают Писание, но не так много мудрых, потому что мудрость – это тогда, когда человек не просто знает, не просто имеет опыт, но он применяет это в своей жизни. Он может показать, он может объяснить, он может различать, что хорошо, что плохо. Давайте мы откроем третью книгу царств. Третью книгу царств, и мы сегодня поговорим с вами о молодом царе Соломоне. Молодой царь Соломон. И вот третья книга царств. Первые несколько стихов. Написано о том, что Соломон после Давида взошел на трон, породнился с фараоном, с египетским, взял в жены одну из дочерей египетских. Вероятно, это был такой хороший политический ход. Это дало престиж, это дало понимание и признание со стороны других государств. И прежде чем мы посмотрим на то, как Бог явился Соломону, смотрите, что написано, 2 стих, 3 глава, 2 стих. Написано так: «Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но и он приносил жертвы и курение на высотах». Вот молодой царь Соломон, который взошел на престол. Народ в это время, написано, приносил жертвы на высотах. Если просто некоторую такую историческую или такой исторический фон нарисовать перед вами, почему автор книги, третьей книги царств, посчитал важным написать эти слова? Потому что если мы посмотрим на всю книгу, третью книгу царств в целом и на все книги царств, то одна из самых главных идей, которую провозглашает Писание в этих книгах, это единство нашего Бога. Это то, что нету другого, кроме Него. И поклонение и служение другим богам является большим-большим грехом и отступничеством от нашего Бога. И вот когда мы читаем о том, что народ еще приносил жертвы, дело в том, что когда израильский народ входил в землю обетованную, то, встречаясь с теми народами, которые там жили, они встречались с их религиозным образом жизни. Да? Они, эти народы, приносили разные жертвы на холмах, на высотах. Они строили себе разные места для поклонения. И когда израильский народ входил, то Бог четко и ясно говорил о том, что эти места должны быть разрушены.
И эти места не должны использоваться как места для поклонения живому Богу. Но прошло время, и мы видим, что какие-то высоты были разрушены, какие-то высоты использовались так же, как и раньше использовались, но на некоторых из них израильтяне стали приносить жертвы Господу. Они подумали, что ну зачем ломать, мы здесь, на этом жертвеннике, можем поклоняться только теперь нашему Богу, живому Богу. Дальше написано о том, что возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего. Но и он приносил жертву и курение на высотах. Знаете, мне эта ситуация с Соломоном напоминает меня самого, напоминает нас с вами. Когда мы любим нашего Господа, когда мы хотим ходить путями, которыми ходили отцы наши. Но тут стоит вот эта частица «но». Что значит частица «но»? Это противопоставление, да? Написано «возлюбил Соломон Господа, ходя путями Давида, но делал еще определенные вещи, которые не должен был делать». Может быть, от неопытности, может быть, от незнания, может быть, еще какие-либо другие причины. Но и вот это желание служить Господу у него было. И что происходит? Давайте мы прочитаем с 4 стиха и ниже. С 4 по 15 стих. «И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился ему Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: проси, что дать тебе. И сказал Соломон: ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобой в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не зная ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил это. И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот, я сделаю по слову твоему. Вот, я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». Если мы посмотрим на книгу «Паралипоменон», книга «Паралипоменон» описывает примерно те же самые события. И в первой главе вторая книга «Паралипоменон» описывает вот именно вот эту ситуацию, но немножко другими словами. Она описывает Соломона, который призвал всех тысячи начальников, всех судей, всех лидеров израильского народа, и вместе с ними пошел в Гаваон. Вместе с ними из Иерусалима взял, собрал всех лидеров, всех тех, кто отвечает за, занимает ответственную должность, и взял и пошел вместе с ними в Гаваон для того, чтобы поклониться Господу. Почему в Гаваон? В Гаваоне на то время осталась скиния. Скиния – собрание, которую сделал Моисей. И там, в Гаваоне, стояла эта скиния, остался там медный жертвенник, который сделал один из искусных мастеров, которого Бог тогда призвал. И вот они пошли для того, чтобы поклониться Господу.
Приходят туда, и тысячу всесожжений приносят для поклонения, в честь поклонения Господу. Тысячу всесожжений. Вы можете себе представить тысячу всесожжений? Это всесожжение – это жертва, которая полностью практически сжигалась на жертвеннике. За исключением некоторых случаев, шкура от животного отдавалась священнику, и он ее использовал так, как ему нужно было. Но практически вся жертва сжигалась на жертвеннике. Тысячи животных, это целое стадо, пастбище, я не знаю, которое они пригнали вместе с собой или как. И что бы я хотел в этом случае отметить, это желание Соломона. Перед этим мы прочитали о том, что возлюбил Соломон Господа. Он старался угодить Господу, он старался что-то сделать, он шел и поклонялся, так как знал, так как понимал. И когда он сделал свой шаг, Бог является ему во сне. Бог является ему во сне и говорит: проси, что хочешь. Я для себя из этой истории беру такой урок, что очень часто мы хотим, чтобы Бог нас благословлял и руководил нами. Но мы должны быть как Соломон, который возлюбил Господа всем сердцем. И хотя он делал ошибки, но при этом он старался поклоняться Богу и служить Ему. И Бог, видя его сердце, видя его желание, открывается перед ним. В нашей жизни это работает точно так же. Если мы хотим, чтобы Бог вел и руководил нами, мы должны поклоняться Ему, даже тогда, когда мы, может быть, что-то не понимаем. Бог является Соломону и говорит: проси, что дать тебе. И ответ Соломона – это, конечно же, пример, которому мы бы хотели подражать каждый в своей жизни. Да? Соломон говорит, 6 стих, «И сказал Соломон: ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобой в истине и правде и с искренним сердцем пред тобой, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это есть и ныне». Вот когда Соломон обращается к Богу вот такими словами, что он этим самым говорит? Он говорит: Господи, ты тот, который верный в своих словах. Ты обещал Давиду хранить его царство. Ты обещал дать, сохранить престол его. И сейчас я, по слову твоему, которое ты когда-то давал, сижу на этом престоле. И тем самым он выражает свое поклонение перед Богом и говорит: Господи, ты верный в своих словах. Если ты что-то сказал, то ты сделал. И не по своей воле я здесь сижу. И молодой человек Соломон, историки говорят о том, что Соломону было на тот момент примерно 20 лет. Юноша, который сел на престол, и он говорит: Господи, он четко понимает, что не по своей воле, не по обстоятельствам он там сел, но по слову, которое когда-то сказал Бог и которое исполняется. Это говорит нам о том, что на самом деле Бог, которого мы служим, это самый верный Бог. Это тот, который является источником верности. Это тот, который всегда соблюдает все те слова, которые он говорил. «И ныне, Господи, Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего». Но посмотрите, как он себя описывает. «Но я отрок малый». Как я сказал, историки говорят о том, что это примерно 20 лет ему было. «Я отрок малый, не знаю ни моего входа, выхода, ни входа». Другими словами, он говорит: Господи, у меня нету ни опыта. Я не знаю, как выходить перед этим народом. Первая книга, вторая книга Паралипоменон так и описывает и говорит, что Соломон так и сказал, что: Господи, я не знаю, как выходить перед этим народом. Что говорить, что делать, какие решения принимать. У меня нету опыта в управлении. Я не знаю ни входа, ни выхода. У меня нету опыта, Господи. И раб твой среди народа твоего, которого избрал ты, народа столь многочисленного,
что по множеству Его нельзя ни исчислить Его, ни обозреть. Соломон находится в такой позиции или в таком положении, что он говорит: «Господи, народ, над которым Ты меня поставил, он такой многочисленный, нельзя его исчислить». О чем вам это напоминает? Опять же, о верности Господа. О том, что когда-то Аврааму он сказал, что народ твой, дети твои будут как песок, да? И если мы читаем третью книгу Царств, то несколько раз именно эти слова употреблены здесь, о том, что народ стал как песок морской на берегу. Это еще раз Соломон подтверждает и говорит о верности нашего Бога. И самое важное, что здесь написано, или что, какой урок мы можем взять, Соломон говорит: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». С одной стороны, Соломон мог попросить себе все, что угодно, правильно? Он мог попросить себе смерти врагов, богатства, он мог попросить себе влияние или еще что-то. Но когда он просит у Бога мудрости, он еще и еще раз выражает свое почтение и преклонение перед Богом. Он говорит: «Господи, Ты поставил меня управлять вот этим народом, и мне нужна мудрость. Дай мне что-то, что я употреблю на служение другим людям». Он молится и говорит: «Господи, не дай...» Ну, он не просит что-то для того, чтобы удовлетворить свои нужды. Он не просит что-то, чтобы позаботиться о своей семье. Он не просит что-то у Господа, чтобы это ему было хорошо. Но он говорит: «Господи, дай мне мудрость». Для чего? Для того, чтобы я мог правильно судить народ Твой. Для того, чтобы я мог правильно управлять этим народом. И это огромное смирение Соломона в этот момент, когда... Если мы посмотрим на наши молитвы, на то, что мы просим у Бога, то согласитесь, чаще всего мы просим что-то, что для нас. Ну, в крайнем случае, для наших детей, для родственников. Но Соломон в данный момент, он просит, вот он с такой ситуацией, что он может попросить себе все, что угодно. Но он говорит: «Господи, мне нужна мудрость. Ты поставил меня, молодого человека, но мне нужна мудрость для того, чтобы управлять этим народом. Мне нужно что-то, что я употреблю на служение другим». И я бы хотел, чтобы каждый из нас научился молиться такой молитвой и говорить: «Господи, дай мне то в моей жизни, что я могу использовать на служение тем людям, которые рядом со мной. Господи, дай мне то, что я могу использовать на служение в моей церкви. Дай мне что-то не для того, чтобы мне было хорошо, но для того, чтобы я это употребил на дело Твое». Я хочу некоторые вещи сократить, наверное, в силу того, что времени у нас не хватает, но несколько еще моментов, несколько еще моментов. После этого вы помните историю, как к Соломону приходят две блудницы. Помните, да? Я не буду всю ее напоминать, но если вы, вам интересно, прочитайте дома остаток третьей главы. Но приходят к нему две блудницы, которые недавно родили, и ребенок одной из них умер. И вот ночью, когда она, одна из женщин проснулась, видит, что ее ребенок мертвый, она поменяла, положила своего мертвого ребенка другой матери, а живого забрала к себе, как ни в чем не бывало. И вот та утром просыпается, смотрит, ее ребенок мертвый, она смотрит на лицо и говорит: «Нет, это не мой ребенок». Та говорит: «Нет, ты ошибаешься». И вот такая вот спор у них происходит. И они идут к Соломону. Я не знаю, конечно, там всех царских возможностей в то время, но оказывается, вот простые блудницы могли
просто прийти к Соломону и попросить у него совета и мудрости. И Соломон, помните, как решает этот вопрос? Они спорят друг перед другом, они доказывают свою правоту, и Соломон говорит: принесите мне меч, принесите мне меч. И разрубите этого ребенка надвое, и отдайте, чтобы было поровну, у одной и у другой. В древнем, был такой древний обычай, что когда судья сидит, и перед ним какое-то дело, которое он не может решить, он должен сделать так, чтобы было хорошо и то, и другое. Пополам сделать. И вот Соломон использует вот эту тактику, но мы-то понимаем с вами, мы понимаем, что Соломон хотел испытать чувства этих женщин. Он не хотел на самом деле рубить этого ребенка, но он взывал или обращался к чувствам этим женщин. И когда одна из них сказала: да, конечно, рубите, пусть не будет ни мне, ни тебе. Другая в то же самое время сказала: нет, 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 оставьте ребенка живым. Пусть лучше он будет не со мной, пусть лучше он будет с ней, но пусть он будет живым. И когда это произошло? Когда это произошло? 28 стих 3 главы написано: «И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь». И что стали делать? «И стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд». Это было Божье действие, да, проявление вот этой мудрости. Более того, если мы посмотрим на 4 главу, с 26, с 29 стиха я хочу прочитать, чтобы мы понимали, о чем идет речь, когда идет речь о мудрости Соломона. С 29 стиха: «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана Езрахитянина, и Имана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола. И имя его было во славе у всех окрестных народов». Вот эти имена, которые здесь перечислены, это, вероятно, мудрецы того времени. Они, наверное, учили народ, и многие люди, наверное, обращались к ним за мудрым советом. Но Писание говорит о том, что Соломон был мудрее, намного мудрее, чем все вот эти перечисленные люди. «И изрек он 3000 притчей, и песней его было 1005. И говорил он о деревьях, от кедра, что на Ливане, до исопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всей царей земных, которые слушали о мудрости его». Бог дал Соломону мудрость, которой не было нигде больше. И после него никто не восставал с такой мудростью из людей. Когда мы смотрим на нашу с вами жизнь и встречаемся с разными трудными обстоятельствами, то, конечно же, каждому из нас точно так же хотелось бы иметь мудрость от Бога. В любых мелочах, правда? Мы говорим: Господи, дай нам мудрости. И мне нравится, когда Писание, послание Иакова, говорит о том, что если у кого из вас не хватает мудрости, тот что делает? Тот допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Бог дает просто и без упреков, когда мы просим мудрость для того, чтобы употребить ее на решение дел, которые прославили бы Его. Одна из основных проблем, с которой мы с вами сталкиваемся, это то, что мы очень часто много знаем. Мы очень часто прочитали достаточно много из Писания. И помните, Иисус, который учил учеников своим, Он привел им притчу о том, что один построил свой дом на камне, а другой на песке. И вот тот, который построил дом на камне, как он назван, если вы помните? Он назван мудрым человеком. Почему? Чем он отличался от того, который построил дом свой на песке? Написано так, что
Иисус говорил, и Он говорит, что всякий, кто слушает слова Мои, и что делает? И исполняет, тот уподобится мужу благоразумному. А тот, кто слушает и не исполняет, тот безрассудный или глупый. Вот очень часто проблема нашего христианства заключается в том, что мы, как вот этот человек, который слушает и не исполняет в своей жизни. И когда мы слушаем и исполняем, то Бог наполняет нашу жизнь смыслом. Он наполняет нашу жизнь мудростью. Он дает нам возможность принимать правильные решения в своей жизни. И обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, какими бы они трудными ни казались, но Бог дает в этот момент мудрость для того, чтобы мы могли правильно действовать. Знаете, еще, когда апостол Павел говорил о дарах Духа Святого, в послании к Коринфянам, 12 глава, когда он говорил о дарах Духа Святого, он сказал, что одному, помните, он говорит, что одному дается тем же Духом различные дарования, и одному дается слово мудрости, другому слово знания тем же Духом. Вы знаете, мудрость – это дар. Это дар, который Бог дает. Мудрость – это... Многие христиане, знаете, недавно Ярослав вспоминал эту пословицу. Он говорил о том, что мудрость приходит с годами, да, к человеку. Но иногда годы приходят сами. А мудрость – это то, что мы должны искать у Господа. Мудрость – это то, что дается нам им. Об Иисусе Христе написано, что в Нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения. В Нем сокрыты. Если мы с вами имеем отношение со Христом, то у нас есть основания для того, чтобы поступать мудро в этом мире. У нас есть основания для того, чтобы в наших повседневных решениях мы могли пользоваться той мудростью, которую Бог дает. Вы знаете, когда я готовился к этой проповеди, то самое главное для себя, что я понял еще раз то, что мы с вами служим Богу, который дает мудрость. Мы с вами имеем дело с Богом, который является источником мудрости. Мы с вами те, которые просто так можем прийти к Отцу Своему и сказать: «Господи, нам нужна мудрость». И Бог дает эту мудрость, как давал Соломону. В Иисусе Христе мы имеем это. И пусть Бог научит нас в нашей жизни использовать это во славу Его. Тогда, когда мы будем думать не о себе, но когда мы будем служить другим людям, Бог сделает так, что наша жизнь будет мудрым исполнением всего того, что Он здесь написал. Да благословит нас Бог. Пусть Бог благословит каждого не просто знать, не просто иметь опыт, но знать и исполнять, прославляя нашего Бога. Давайте мы встанем, помолимся и попросим Божьего руководства в нашей жизни.